Композиция, правильный свет и цветовое пятно – залог хорошей фотографии. Красивый кадр можно сделать и на смартфон, как рассказали химчанам на тематическом мастер-классе. Фотограф Оксана Орлова научила жителей азам пейзажной съемки. Здесь важно соблюдать правила третей или золотого сечения. По правилам фотографии не принято делить горизонтом кадр ровно на две части. То есть горизонт должен быть чуть ниже середины кадра или, наоборот, чуть выше. Летом тематические встречи все чаще проводят на свежем воздухе в парках, скверах и на городских площадках. Подробную информацию о мастер-классах можно найти во вкладке газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте event.admhimki.ru.